стою на том же месте, где вчера нашел, вот здесь примерно, я уже не помню точно, серебряное колечко. И ходил вот туда, вот так ходил. Третий раз выхожу. Вот там искал 2 дня назад, позавчера вернее. 3 изделия и 3 изделия Хьюри Паккерт. В общем, серебро одно. Но мы упорные, мы ищем. Опа. Ну все, будем приступать. Отстраиваемся от грунта. Отлично. Погнали. Программа Coin, монеты. Частота 17.2. Первых 20 дискриминаций отключил. Ну хотя вот смотрите, вчера ходил вот так, и опять вот 100% вам даю. Вот сейчас так пройдусь, и находки опять будут. Люди отдыхают. Пляж — дело такое. Так, первый сигнал. Не заставил себя долго ждать. И сразу же второй, смотрите, только положил металлоискатель. И второй сигнал. Язычок. Начало есть. Стандартное практически. Кто их отрывает, заразы? Хабарницу, погнали дальше. А, да, вот тут сигнал. У нас в руке. А у нас в руке 10 копеек. Ух ты, 10 копеек Украина. Ходячка. Продолжаем. Высокий-высокий. Шмурдяковый-шмурдяковый. Да, вот она, пробочка. Мусор. 67. Довольно-таки неплохой сигнальчик. Да, язычки звенят красиво. Ну, это такое дело. Никуда не денешься. Да, это я знаю, это очень мусорный пляж. Сигнал. И за сигналом. Третий язычок. 3 язычка и пробка. Вот это находки прут, короче. Ну, что сделаешь? Что маемо, то маемо. Да ладно. Вот с этого пляжа за 3-й день, я не знаю, сколько это я уже язычков достал. Если не видели, посмотрите предыдущих пару роликов. Да это капец. Да ладно. Да ладно. Ну просто не отходишь. 95. Стоишь, топчешься на месте. Это. Ну да, что там удивляться. Вчера точно так было. Позавчера. Позавчера, вчера. Монета. 50 копеек. Ну это все уже. Можно хоп заканчивать. Уже находка есть. Шутка, конечно, продолжается. Тихий ужас. Очередная пробочка в хабарницу. Вот она, пробка была. Рядом еще сигнал. У нас в руке монета. 50 копеек. Пойдемте дальше. Самое главное — не отчаиваться. Самое главное — искать.
кто ищет, вот смотрите, ложу, кладу металлоискатель, а там уже сигнал. Это как в этом, монета, тьфу, монета, пробка. Это как в этом, как ягоды собираю. Одну беру, другую вижу, третью примечаю, да? Вот здесь. Как люди не спят? Ладно, я не сплю. Уже слышу шум. Язычок. Язычок, зачем их отрывают? Скажите мне. Ну вот, смотрите, опять и снова. Просто-напросто. Короче, похожу хаотично. Нет, хаотично это ходить, себя не уважать. Где мы шли, вот так и будем выбивать. Вниз, вверх. 86. Вот всегда планирую вот так походить. Ага, на самом деле, оказывается, раз поднялся и все. Столько мусора, столько всего, столько сигнала, что просто-напросто не успеваешь. Монета. И снова 50 копеек. Это поглубже было. Что просто не успеваешь все свои планы. Ну, это даже хорошо. Все равно бывает, пляжи ищешь. Что-то шмурдяковое. И вот опять сигнал. Бывает, ищешь сигналы, по всему пляжу бегаешь, как скаженный. А тут практически на месте топчешься. Фольга. Нет, не фольга, извиняюсь. Это не фольга была. Все-таки фольга, но только скомканная такая, прессованная. И, а, вот здесь сигнал. Секунду. Да. Здесь копейка. Ходячка Украины. Продолжаем. 84, неплохой сигнал. Короче, я вот это буду показывать, вот это. И буду молча вам уже показывать. Вообще ничего говорить не буду. У меня слов уже нету на эти язычки. Да ёлы-палы! Вот взяли. Монета тоже глубоко лежала. Ну как глубоко? Ну, по крайней мере, поглубже. И снова полтинник. Давайте и вот этот мусор заберем, ямки зароем и продолжим. Ух ты! Да тихо ты. Офигенный сигнал. Офигенный сигнал, очередной, хотел сказать, язычок. Ну вот. Ну, оно же должно было повезти рано или поздно. Ну, три выхода пробы. Золотое кольцо. Три выхода, это третий, вернее. Два вообще пусто, одно серебряное колечко. И бижутерии куча. А это, вон она проба, я вижу. Золотое кольцо, друзья. Вот вам. Так, а как снимать? Вот вам, кто ищет, тот и найдет. Нужно искать. Искать и не сдаваться. И будет на вашей улице праздник. Золотое кольцо. Я знал, я верил. Вот и вам, правда, Бог любит Троицу. В Хабарницу. Пойдемте дальше. Вот сколько уже нахожу, а адреналин все время такой, что руки трусятся. Фух, красота. Так, а что здесь у нас? Шмурдяк шмурдяком. Ну давайте уже.
Раз уже присел. Ого. Ого. Вот она ржавочина появилась. Пробка ржавая. Да. Вот сколько я нашел здесь всяких. Здесь очень такой сорный пляж, скажем так. Сигнал на сигнале. Третий выход. Третий день подряд. Вот смотрите, вот сигнал. Вот сигнал. Ну давайте с этого. И вот кладу металлоскатель, и там сигнал. Язычок. Главное не сдаваться. Вообще, это мое хобби. Если пляж есть, нужно обязательно выходить, выбивать, ходить с утра. Пробка. Мне это нравится. Продолжаем. А, стоп. Вот тут еще один сигнальчик. Да ладно уже. Попадайтесь дальше. Вот прикол, да? Уже опускаюсь вниз. Дошел до конца, вот она, пробочка. И опускаюсь вниз, и опять 25. Вот сигнал, кладешь металлоскатель, а там под катушкой снова. 63, неплохой сигнальчик. Неплохой сигнальчик, фольга. Цветной металл. Так. Ну, давайте уже спустимся. Не буду я прям весь шмурдяк вам показывать. Хотя прошлые видео даже не камеру не выключал. Вот такое добро показывал. Сегодня сокращу немножко видео. 91. Кому-то нравится полный, кому-то не нравится. Ну, в общем, друзья, для всех хорошим я не буду, не смогу. Кто-то, кому-то нравится полный поиск. А, вот пробка. Кому-то нравится только находки посмотреть. В общем, я показываю то, что я считаю нужным. А вы, друзья, не обижайтесь, кому не нравится. Кому нравится, лайк и спасибо за поддержку. 68. Но пляжик здесь сорный, грязный, очень много мусора. No comments. Уже так хаотично стал ходить. Вот она лежит. Юра, забери, Юра, забери. Сейчас пойдем, те все вообще находки покажу, обзорчик сделаю. А у нас 76. Довольно-таки красивый. Сигнал. Только где он? Но он глубже. Вот и второе золотое кольцо. Да? Да. Да-да. Я-я. Жесть, я сейчас вам покажу, сколько я накопал мусора. И сколько я вам видео смонтировал, вырезал. Вы сейчас все это увидите. Но сигналов просто неимоверно. Совсем шмурдяк. Все. Ну, давайте еще вот этот сигнальчик сейчас достанем. Высокий. Надеюсь, что... Как говорится, надежда умирает последней. Пробка. Все, сейчас подходим к чехлу.
и будем заканчивать. Хотя вот так только бывает, знаете, уже к машине подходишь, только раз, и сигнал, и что-то ценное. Но в нашем случае не машина, в нашем случае чехол от металлоискателя. Сейчас подойдем. Так, вот это я уже пересекаю то место, где я ходил. Видите? Оп! Тихо! Здесь я ходил. Так, все, пойдемте находочки посмотрим. Люди уже купаются, ходят, отдыхают. Присел, ну и гудят просто. Наприседался столько, что вы даже себе не представляете. Вырежу я это все. Сейчас я вам все покажу, что за сегодня нашел. А вы можете просто себе представить, если бы я все показывал, каждую пробочку, каждую язычок и все остальное, насколько бы затянулось наше видео. Во, еще не все. Вроде как все. Нет, не все. Да, пусто. И представьте, если бы я вам все показывал, каждую пробочку, каждый язычок. И так стараюсь интересные моменты, реалии копа. Ну, если все полностью не выключать камеру, вы можете себе представить, насколько это все затянется. Тут считать, не пересчитать. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40. В общем, смотрите, плюс монеты, плюс язычки, пробки. Третий день сегодня выхода, люди уже выходят. Сейчас буду, сейчас это все соберу, монетки в сторону, а мусор весь, естественно, в урну. Ну и вот она, награда, друзья. Золотое кольцо. Бижутерия, бижутерия. И, наконец-то, золото. Вот так. Подпишись вот сюда. На вот этот.